Здравствуйте! Сегодня мы с вами сделаем двухтрубный корабль. Для этого возьму лист бумаги, сделаем из него квадрат. Затем у нас получился треугольник. Сложим его еще раз. И вернем первоначальный вид. Нам нужны были вот эти две полоски, два залома. Теперь возьмем и каждый угол квадрата сложим в центр. Перевернем наше изделие на другую сторону и сделаем то же самое. Сложим каждый угол к центральной линии, к центральной точке, вернее. Перевернем наше изделие еще раз и в последний раз каждый угол к центру. У нас получился вот такой ромб. С этой стороны у нас 3-4 треугольника, и с другой стороны 4 квадрата. Нам нужна вот эта сторона, где 4 квадрата. Помещаем изделие ромбом и выворачиваем верхний квадрат. Так. И расплющиваем его вверх. Вот так. То же самое сделаем с нижним квадратом. Вывернем его наружу, раскроем вниз. У нас получилась вот такая фигура. Затем сложим ее пополам, поднимем и из центра достанем два наших треугольника, выведем их наружу. Наш двухтрубный корабль окончен. Так, не видно, вот так. Спасибо за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на мой канал.